развития инфраструктуры улучшается социальный фон в городе. То есть становится комфортно не только велосипедистам, а становится комфортно пешеходам, потому что они между собой разделяются. А становится комфортно автомобилистам, потому что велосипедисты не лезут на их территорию. А в целом улучшается экологическая ситуация, потому что велосипедисты все-таки являются экологическим транспортом, а как известно, что у нас до 46% негативных факторов экологических в городе – это именно выхлопные газы.